Привет, привет, мои дорогие! Как у вас дела? Все хорошо? У меня все нормально. Вроде как. Вот. Сегодня мы будем просто новый оскол. Захотела мелочек. Надеюсь, не ошибилась. Да, новый оскол. А то ж Маша может и ошибиться. Вот. Мерабатаки пчелырам, насылсымыз и имысымыз. Бегем бізді. Ады новый оскол. Яна, ени оскол. Hi, my dear. How are you? Ну что, попробуем, да? Я думаю, что можно укусить, наверное. Попробуем чуть мокрый. Жирноват.
Ну что, дорогие мои, я наелась. Мел жирненький. Не такой, конечно, который я обычно ем. Жирный он, маленько тяжеловат. Наверное, быстро наелась. Вкуса побелки именно вот. Может, они должны были открыто полежать. Я их закрыла, они закрыты. Запаха там по белочке абсолютно нету. У него вкус в данный момент молочный привкус есть. Больше никакого вкуса нету. Еще хочу вам сказать, дорогие мои, уважаемые, любимые. Вы знаете, что у меня второй канал есть уже давным-давно, где-то месяца три, наверное, да? Даже чуть больше. Больше. Вот. Первые мои видео там были. Ну да, месяца, наверное, 3-4, я думаю. А вот. Пожалуйста, переходите все туда. Этот канал скоро вообще закроется. Не спрашивайте, по каким причинам. Там есть причины. Поэтому хочу, чтобы вы все были там у меня, чтобы я вас тоже и видела, то есть, что вы пишете, комментарии. Очень бы хотелось. Поэтому я оставлю ссылочку под этим видео. Я также в сообществе писала. Поэтому, дорогие мои, подписывайтесь, и этот канал в любом случае закроется. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Вот. Есть причины, но думаю, что решения нету этой причине, поэтому оно закроется, и, конечно же, вас уже у меня прилично 10 500 или 600, не помню. Вот. Хочу, чтобы вы все перешли туда, конечно же. Есть, наверное, может, кто и желает, кто не желает. Но я бы хотела, чтобы вы были у меня там. Вот. Но это из 101%, что этот канал может остаться. А вот, есть такое. И еще хотела вам сказать. У нас розыгрыш должен был быть, когда было у нас 10 тысяч. Я это прекрасно помню. Я это не забыла. Немножко домашние обстоятельства затянули меня относительно этого розыгрыша. У меня мама сломала ключицу. Мы сначала думали, что все нормально, все хорошо. Гипс у нее, сказали, немножко повреждено, там трещина, ну что-то, ну такое мелкое. Но вчера мы вторично пошли. И уже обратились к другому врачу. Там сказали, что ключица сломана. И, в общем, мы ставили это на место. Ну, вы понимаете, да, вот как бы есть дома такие небольшие сложности, как бы относительно моих видео снимать или еще что-то. Сейчас как бы немножко вот занято. И сестренка у меня, я ее на массаж вожу. И, ну, как-то вот до часу дня, с утра до часу дня я на массаже. Потом прихожу кушать, варить, там мама с поломанной вот ключицей, тоже как-то надо это все, в общем, на мне сейчас. Я просто не успеваю немножечко, по мере возможности стараюсь снимать видео, я думаю, вы меня все поймете. Ну, вот как-то вот так. Розыгрыш у нас обязательно будет, вы даже за это не переживайте, не думайте, что я могу там сказать и не сделать, такого нету. Розыгрыш будет, но я постараюсь пораньше, но в любом случае он будет. Розыгрыш есть. Есть, будет, и первое место, второе место, и третье место будет разыгрываться. Поэтому я вам скажу, когда мы будем писать под видео комментарии, будем разыгрывать. В общем, все будет как положено, как должно быть.
Относительно розыгрыша я вам скажу, что мы будем разыгрывать, конечно же. Но единственная проблема с отправкой. Отсюда отправка у нас, вы знаете, немножко сложна, но я постараюсь что-нибудь придумать, что-то сделать. Была бы я в России, было бы, может быть, попроще, или в Казахстане, да, вот где у нас большинство вот и моих подписчиков, все равно Казахстан, Россия в первую очередь, Казахстан, Индия, Турция. Но вот с отправкой очень сложно, поэтому если будет победитель даже из Турции, я отсюда ничего не могу отправить, абсолютно ни карго, ни почтой. Это надо просить людей, искать людей, в общем, такая процедура относительно вот сейчас глобальной мировой проблемы. Немножко карго стали работать, ну, не так, как раньше. Вот, я думаю, что вы меня все поймете. Поэтому я про розыгрыш не забыла. Даже не думайте. Очень бы хотелось киргизские глинки отправить. Вот, кто будет победителем. Я хочу все-таки киргизские глинки. Потому что у меня здесь с мелом, сами знаете. Мел в любом случае здесь получается из России получают. И поэтому разыгрываться будут глины. Вот. Первое место будет 3 килограмма, второе место будет 2 килограмма, и третье место будет 1,5 килограмма. Я думаю, что как-то вот так вот мы сделаем розыгрыш. Может быть, больше будет. Мы это все посмотрим с вами. Еще мы будем говорить об этом обязательно. Но, пожалуйста, немножко давайте подождем. Я физически не успеваю. Просто розыгрыш это не сложно. Просто немножко мне будет нужно время поехать купить, поехать сделать отправку. А мама с раненой рукой, она ничего не может делать, поэтому я сейчас просто домосед. Никуда выйти толком тоже не могу вообще. Немножко проблематично. Вот. Она ждет. Пока мы съездим на массаж, приедем, потом только я ее кормлю, чай туда-сюда. В общем, как-то так. Но я думаю, вы мне уступите немножко, дадите время для нашего розыгрыша. Мы подождем чуть-чуть. Вот, спасибо вам. Я знаю, что вы меня поймете, знаю. И, может быть, конечно, будет кто-то возмущаться. Но я все-таки прошу вас, что ситуации бывают у нас, ну, вот такие, которые непредсказуемые. Ну, как-то так. Так, пчелырым, бу каналым на капатаджак, галиба, капанаджак яны, о издан бен язюрум, юрум, хэмдэ шу юрумлада язаджам, бенимки икинджи каналымники адресыны, орасыны такип эдебилирсыныз, чунки бу каналымы билмэм кач гюн калды, ама капатьё ютуб. Öyle bir durumda. Lütfen rica ediyorum sizden ikinci kanalıma geçin. Orada izleyebilirsiniz. Bütün bunların hepsini videonun altında yazacağım. Okuyacaksınız. Yani bakabilirsiniz. Rica ediyorum tabii ki. Hem de sizi o kanalımda görmek istiyorum. O kanalda biz devam edeceğiz. Вот. Teşekkür ederim, seviyorum, öpüyorum. Hem de bizimki biraz bir oyun olacak. Yani ben onu da yazacağım. Orada okuyabilirsiniz onu da. Ama söyleyeceğim ne zaman olacak. Şu an biraz evimde, yani annemin eli kırıldı. Sonra kız kardeşimle hastaneye götürüyorum her gün. Biraz zamanım az. Kusura bakmayın. Ama inşallah o da olur. İnşallah. Спасибо, мои дорогие. Я вас люблю, ценю. Пожалуйста, подписывайтесь там. А я смотрю, не все, конечно, подписались. Но я думаю, потихоньку вы туда перейдете. В любом случае, я не знаю, когда, но этот канал закроют. Вот как бы ситуация такая. Поэтому переходите. Там у меня канал HD Mari. Я еще оставлю ссылочку под видео. Буду вас там ждать, пока это видео будет здесь, пока,
пока мне разрешают загружать сюда. Поэтому я это видео, конечно, вот в Мария Мелек загружу туда. А следующее мое видео в любом случае будет в другом канале. Там уже есть мои подписчики, поэтому спасибо вам. Там уже смотрят те же самые подписчики, что и здесь. Вот. Так что, пожалуйста, жду вас с удовольствием. Вот, приходите. Там то же самое будет. Хотела же тот канал делать все без мела. Но раз этот закрывают, наверное, там продолжим. Будем открывать еще один канал потом. Вот, как-то так. Ну что, мои милые, все. Пришло время прощаться с вами, наверное. Мы еще встретимся. Переходите туда. Там будет у меня следующее видео. Следующее видео у меня просто... Она не розовая, но она стала розовой. Я туда добавила баткенскую, красную, киргизскую и Астана 2. Вот, все перемешала. Кажется, такой цвет красивый, красивый. Вот, его поедим с чем-нибудь. Еще не решила с чем. Вот, посмотрите там. Все, пока-пока. Люблю, целую вас. Спасибо вам большое. Teşekkür ederim. Bekliyorum orada sizinle, hepinizle. Tak, сейчас.